Спасибо.
Потом мы составляем акт о приемке, товаров. Приемки товаров двух экземпляров. То, что он поступил без поставщика. Но как потом в третьем мы оповещаем поставщика в течение 24 часов. Мы должны один экземпляр ему передать, а другой себе оставить. Чтобы купить там взятые товары, чтобы потом как-то приносится кассовый чек и это налоговая квитанция накладана в течение магазина. Но как потом еще в третьем отправляется кассовый товар. Сфера для хранения документов срок пользования, срок полезного использования 84 месяца.